волнующая обязанность открыть 25-ю конференцию РАРЧ. Общее число участников, зарегистрированных у нас, более 900 человек. Оказался интерес настолько большой, что превысил все наши ожидания. Все залы, где проводили семинары, переполнены. Возможности, да, такого обмена со специалистами из других стран очень большие. Так же, как участвуют коллеги из всех ведущих учреждений страны. Я считаю, что работа этой ассоциации очень важна, она юбилейная. И все эти годы это площадка, на которой собираются специалисты в области, в первую очередь, вспомогательных репродуктивных технологий всей страны, могут поделиться своим опытом, узнать что-то новое, а мы со своей стороны можем рассказать людям, которые приезжают из регионов, у которых меньше возможности, что нужно сделать для того, чтобы их работу сделать более эффективной и успешной. Я был приглашен для того, чтобы прочитать лекцию на ежегодной конференции Российской ассоциации репродукции человека. И это большая честь и удивительная возможность для меня поделиться моими знаниями с другими людьми и коллегами из России. Я терапевт, специализирующийся на экстракорпоральном оплодотворении. Есть много интересных тем, в которых я заинтересован, важных для лечения пациентов с бесплодием. Мероприятие замечательное. Место проведения конгресса очень красивое. Сочи – удивительный город, как и предоставленные нам возможности всем, чем мы были обеспечены, включая интересные программы. Для области ВРТ это мероприятие значимое и ключевое. Поэтому отмечается только одно, что российские врачи в профессиональном плане растут и растут. И это очень замечательно и, ну, приятно на это смотреть, как мы двигаемся порой раз даже быстрее, чем западные страны именно в профессиональном развитии. Это большая привилегия для меня находиться здесь. Я был приглашен Российской ассоциацией эмбриологов, и я горд быть одним из немногих приглашенных иностранных специалистов. Я надеюсь, или скорее это моя задача, предоставить новую информацию вашим коллегам. Атмосфера, как всегда, на РАРЧе дружеская, потому что все мы коллеги и достаточно давно знаем друг друга. Выставка мне очень нравится, потому что она расположена компактно. И человек, который сюда приходит, может сразу посетить и ознакомиться с большим ассортиментом продукции, которая сейчас доступна для специалистов. От участия в данном мероприятии мы, как обычно, ожидаем встреч с нашими добрыми партнерами, друзьями, коллегами. И, соответственно, привлечение, поиск новых клиник. Это значимая конференция. Насколько я слышала, в ней принимают участие большое число врачей из всех уголков России. Мне очень нравится организация, поскольку это мой первый визит в Сочи. Удивительное место и замечательный туристический город. Это умиротворенное место с зеленой и добродушной атмосферой. И организация просто замечательная, поскольку все, что запланировано, проводится вовремя. И, конечно, гостеприимство русских людей является одной из самых удивительных составляющих моего пребывания тут, в России. Ведущие специалисты в области репродуктологии смогут встретиться, смогут услышать мнения и доклады иностранных спикеров и российских специалистов и смогут поделиться информацией. Мы действительно находимся на острие науки и получаем действительно большое удовольствие и результат от тех докладов, которые будут сделаны. Для нас конгресс является той площадкой, где мы можем еще раз встретиться, еще раз обменяться мнениями и на самом деле хорошо провести время. Организация на самом деле на высоте.